Всем-всем огромный привет! Сегодня я попала в фикс прайс, хотела купить конкретные вещи, кое-что мне удалось купить. Но вообще я шла за гелем для стирки, но не за этим, который взяла, а в пластиковой бутылке такой, там литр 300, пемос, кажется, называется. Забыла, правда, название. Но вот этот, который я все-таки взяла вместо него, подвел меня, совершил злую шутку. Он у нас, видите, в тарелке стоит, он лопнул. И от литра тут осталось хорошо, если половина. Все остальное было у меня в пакете. Плавало много всего ценного, даже вещи, которые я хотела сегодня подарить. Очень обидно, конечно. Ну да ладно. Взяли два средства или источника жажды попить. Первый Максимка выпил по дороге. Это 25 рублей стоит с малинкой, с ароматом малинки. Это тут что-то, наверное, лимонадное. Когда в фикс-прайсе он у меня редко, но берет. Два сорти я взяла 50 рублей пара. В подарок немножко просто пострадал уголок. Обидно, конечно, дико обидно. Это фоторамка Love. Сегодня подарим. Также я взяла, давно видела у девчонок в обзорах, такие ситечки для чая с подставкой. Взяла в двух. Очень интересно, кстати, тут так упаковано в двух разных вариантах, когда кто-то из гостей приходит и хочется попить. Ну, с подружкой или с сестренкой, то очень удобно. У каждого это будет свое ситечко, своя подставочка. Ну, посмотрите, мне кажется, очень мило. Ну, прям очень мило будет смотреться на столе. И вот коробочки. Коробочки можно убрать. Второе, что пострадало очень сильно, тоже хотела на подарок. Очень классная вещь. Это три тут магнитные такие дощечки. Они вешаются на холодильник. Есть такой маркер. У него есть стиратель с одной стороны. И можно писать записки друг другу. Видите? Таблички. И стирать маркером. Но вот он тоже пострадал. Мы подтерли, ну, подсохнет, конечно, но пострадало. Жалко. Взяла ватные диски. Скорее всего, я их уже беру себе в дорогу. Скоро юг. Салфетки тоже взяла для дороги. Две пачки взяла влажные для интимной, по-моему, гигиены. Да. Без спирта. Ну, интимные. И одну антибактериальную. Здесь 80 штук. Тоже для поезда. Чтобы руки в порядок приводить. Как всегда, макарошки по 25 рублей пачка. Очень хорошие, нравятся. Еще одно средство, которое у нас пострадало, упаковка, это торт медовик. Там было три аромата, ну, вкуса. Крем-суфле я взяла. К счастью, сам торт был не просто в коробочке, но еще в пластиковой. В пакетике таком, как следует, прямо запечатанный. Даже воздух там в нем был. То есть, ну, не пострадал. Мы его отрезали, аккуратно вынули. Поэтому аромата геля в нем не присутствует, к счастью. Взяли вкусняшки. Кстати, у меня покупки были в двух пакетах. Что-то не плавало. Взяли вкусняшки. Это классные очень вафли венские. Я их люблю. 25 рублей они там стоят. Мой любимый и мужа моего. Он ему тоже нравится. Чай черный с чабрецом и цедрой лимона. 50, кажется, рублей стоит. Пришла я за своей любимой лисмой. Ну, как любимая. Просто она выгодная, экономная и более-менее вкусная. Но сегодня почему-то у чая лисма, который 25 пакетиков в упаковке, ценник стоял 50 рублей. Я побоялась рисковать. Не знаю, что это за шутка такая была. Впервые взяла вот такой чай индийский. Тут 25 тоже пакетиков. Не знаю еще, что за чай. Он был тоже по 25 рублей. Я взяла 4 штуки. Надо было, конечно, на пробу взять поменьше, но я взяла 4. Тоже хочу в дорогу взять. В поезде 2 суток будем ехать. И нужная вещь. Ну и хотела в подарок. Мне самой это сегодня пригодилось. Это блокнот вот с такой классной, позитивной надписью, которая мне сейчас очень-очень как раз и помогла. Что бы ни случилось, запасись терпением. Солнце должно снова взойти, оно всегда так делает.
Ну вот он у меня плавал всех больше, поэтому, к сожалению, он в подарок, наверное, не пойдет. Не, не наверное, а не пойдет. Видите, он мокрый весь, реально мокрый. Поэтому он остается со мной. Вот такие вот покупки оказались в фикс прайс. Половина из них боевых. Что-то мне было нужно на поездку. Прям рада я ситечкам. Но гели я такие больше покупать не буду. Буду в пластиковой бутылке. Жалко, конечно. Ну, саму ситуацию жалко. Гель мне не жалко. Но пахнет. Он очень-очень вкусный, я хочу ему должное отдать, аромат у него хороший. Поэтому, если вы будете брать вдруг такие гели, то надо у них как-то просить либо пакетики дополнительные. Все-таки эту эконом-упаковку она подводит. Все, все рассказала, показала. Спасибо огромное за внимание. Всем до новых встреч и всем пока.